Приветствую вас, дорогие мои овны! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз главных событий на неделечку. С 21 по 27 февраля. Давайте посмотрим, какие же события вас ожидают. Какие конфетки, какие занозы. И, конечно же, какой совет вам даст карта Таро. Итак, приступим. Ваше настроение, ваш настрой на этот период. Ага. Паж мечей. Ну, я бы сказала, довольно боевой, мои хорошие. Да. До чего-то докопаться, что-то выяснить, отстоять свои интересы, дать отпор, собрать нужную информацию. Причем информация, которая может окончательно что-то разрешить, окончательно расставить точки над «и», окончательно что-то доказать. Это может быть и информация, связанная с какой-то юридической ситуацией, с какой-то спорной ситуацией, судебной ситуацией. Ну, также, друзья мои, да, паж мечей для кого-то может проиграться как желанием, вот таким, знаете, сильным, мощным желанием что-то добиться. Неважно, в какой сфере вашей жизни, но самое главное, что это вот не эмоциональный порыв, ни в коем случае. Это больше своего рода ментальный. Когда принято окончательное решение, обусловленное логическими, аналитическими выводами. И, конечно же, не надуманными, а вот как раз наоборот. Практичным, выгодным. То есть то, что дает какой-то реальный результат. Вот что-то в этом роде, друзья мои. Ну что ж, давайте посмотрим, а что там события скажут. Итак, события. Ага, восьмерка чаш. Туз мечей. И пятерка мечей. Ну, в принципе, да. В общем-то, ясно, откуда вот такое настроение, потому что восьмерка чаш уже говорит о том, что кто-то на этой неделе хочет с чем-то проститься, поменять, может, свое отношение, что-то поменять в своем внутреннем содержании. Ну, я имею в виду, может, избавиться от какого-то комплекса, избавиться от какого-то блока. Для кого-то это желание, возможно, найти работу по душе. То есть уволиться, для кого-то уехать в другой город, в другую страну, как говорится, или поменять место жительства внутри того населенного пункта, где вы находитесь. Для кого-то это не просто выяснить отношения. Нет, тут не идет выяснение отношений. Тут скорее, знаете, уже принятое решение. Окончательно принятое решение, что да, надо либо что-то менять, кардинально возможно менять, либо просто-напросто расставаться. Потому что восьмерка чаш, друзья мои, это действительно расставание. Расставание с внутренними своими какими-то заблуждениями, с внутренними какими-то установками. Может быть, даже расставание со своими планами, целями. Ну и, естественно, конечно же, и это может касаться и профессиональной деятельности, и сердечных каких-то вопросов. Ну и также может, конечно же, касаться каких-то домашних, хозяйских дел. Допустим, решили вы что-то окончательно вот сделать у себя в доме или для своего дома, для семьи. Но пока это только принятое решение. Когда начнутся действия, это уже другой вопрос, друзья мои. Туз мечей. Опять же говорит о решительности, опять же говорит о том, что вы будете очень категорично настроены. Кстати говоря, туз мечей для кого-то может проиграться новым путем, новой целью. Да, она может быть непростая, да, она может быть сложная, да, она может быть насыщена новой информацией, которую нужно еще прорабатывать, которую нужно еще промозговать, скажем так. Но, тем не менее, факт остается фактом, друзья мои.
Туз мечей – это всегда решительность, это всегда напор, это всегда категоричность, скажем так, да? Где нет вот эти сюси-пуси, нет, ни в коем случае, где нет каких-то, знаете, романтических изысканий. Тут все просто. Расчет, холодная решимость, принятое решение не под чувствами, а именно исходя из логических и аналитических изысканий, если можно так выразиться. Да, друзья мои, это может действительно разрыв отношений, это может быть увольнение, это может быть смена профессиональной деятельности, это может быть план, новая цель и новые отношения. Новый метод лечения, допустим, да, это тоже. Смена лечащего врача, если это касается здоровья. Это может быть появление новых возможностей, непростых, вот чем отличается от других тузов, непростых, друзья мои, а именно обдуманных, именно принятых таким холодным менталом, что да, это нужно сделать, это нужно так сделать, я пойду туда, я это сделаю, это мне выгодно, и это вами просчитано наперед. Пятерочка мечей, да, она как бы расставляет точки над «и». Даже, может быть, в чем-то неся потери, в чем-то, может, ущемляя себя, может быть, даже, знаете, сверх своего нежелания, что вот, ну, не хочется, но надо. Это такой, знаете, решительный отпор вашим конкурентам, вашим врагам, людям, которые в чем-то вам мешают. Может быть, друзья мои, это ваше внутреннее состояние, да? Как вроде бы вы себе сказали, ну все, хватит, ласточка моя, давай вперед и с песней. Хватит ныть, хватит плакать, надо действовать. Действовать, исходя из полученной информации, исходя из анализа этой информации и исходя, конечно, из реальности. Ну, что сказать, мои хорошие? В общем-то, где-то даже вот эти выпавшие меченосные карты, они очень схожи с вашим таким внутренним содержанием. Да, действовать быстро, напористо, решительно. Вот как-то так. Не исключаю, что на этой неделе кого-то ожидают разборки. Не исключаю, что на этой неделе у кого-то будут напряженные ситуации, как на работе, так и в кругу, в вашем ближайшем кругу. Ну, может, среди знакомых, родственников, может быть, и в семье какие-то терочки. Но, тем не менее, вот ваша вот эта решительность, она уже заложена. Вы уже входите в эту неделю с таким вот настроем, боевым настроем. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, какие конфетки вас ожидают. Угу. Рыцарь жезлов. Ну, как минимум, события могут развиваться очень быстро. И в вашу пользу. Это же конфетка. Не исключено помощь какого-то такого очень энергичного человека, персонажа в ваших делах. Не исключена срочная поездка, опять же, благоприятная для вас. Не исключена встреча, неожиданная в том числе встреча, которая разрешит какую-то проблему или поможет порешать какую-то задачу. Чей-то приезд тоже может быть, друзья мои. Ну и срочный какой-то отъезд вас по каким-то делам. Неважно, любовным делам или сердечным, или деловым делам. И то, и другое может иметь место. Ну, и еще, знаете, вот идет такое ощущение, что, да, может состояться какая-то любовная встреча, может быть, знакомство, которое вот захватит страстью, захватит таким мощным волнением, мощным выбросом энергии, желания. Ну, что-то вот в этом роде. Так что смотрите. Это может быть, кстати, и неожиданный флирт, мощный флирт. Хорошо, какая заноза вас ожидает?
Ну, двоечка жезлов, конечно, заноза в том плане, что придется делать выбор. Вот и всего лишь. Выбор и еще раз выбор. Хочешь, не хочешь, но надо. Ну, в принципе, я уже тут озвучил, что да, при таких напряженных задачах, которые вы себе поставите, всегда нужно делать выбор. От этого не уйти. Так, совет. Совет карт Таро. Что вам подскажет, что вам покажет? Итак. Отшельник, друзья мои. Это у меня новая колода. Я ее только вчера получила по почте. И вот решила ее сегодня уже запустить. Итак, совет отшельник. Колода называется «Путь провидца», если кому интересно. Что же нам это говорит карта? Что советует? Она говорит, что да, в сложных ситуациях нужно все-таки отстраниться. Отстраниться от суеты, отстраниться, может быть, от каких-то встреч, разговоров. Отстраниться, может быть, от выполнения какой-то работы, каких-то, принятия каких-то решений. Может быть, отстраниться, не делать быстрый выбор чего-то. Надо подумать, надо все взвесить, надо посмотреть с высоты на всю картину происходящего, увидеть ее в масштабе, чтобы было понятно и ясно, как действовать. А может быть даже, знаете, иногда очень полезно вот это отшельничество своего рода, чтобы привести себя в порядок, привести свое внутреннее состояние в некую гармонию, в некий баланс. И уже спокойно, спокойно восстановиться. И именно в таком состоянии, может, это намек, что именно в таком состоянии вам придет озарение, вам придет инсайт. Вам станет ясно, что, как, где, зачем и почем. Вот что-то в этом роде. Ну что ж, мои хорошие, на этом я закругляюсь. Мне остается пожелать вам хорошей недели, хороших результатов, здоровья, любви. А самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои тельцы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделечку. С 21 по 27 февраля. Давайте посмотрим, что вас ожидает. Сделаем, так сказать, краткий обзор самых-самых главных событий этой недели. Ваше настроение, ваш настрой. Пятерочка мечей. Ну, знаете, такое ощущение, что на этой неделе вы хотите повоевать. Да, повоевать. Причем так это жестковато, категорично, решительно. И даже, может быть, несмотря на то, что, возможно, вы в этой борьбе, в этой войнушке в чем-то потеряете. В чем-то вам придется пожертвовать. Не исключено, что вас просто что-то достало или кто-то достал. Отсюда такая категоричность, такая боевитость. Может быть, даже, знаете, замешанная на агрессии. Ну, не исключено, мои хорошие, что это связано действительно с агрессией со стороны кого-то. Или связано с очень напряженной ситуацией, скандальной ситуацией. На работе, дома, в окружении, в ближайшем, да, боже мой, хоть где. Вот. Вы хотите показать, что с вами лучше не связываться. Ну что ж, давайте посмотрим. Что с событиями повешенными? Либо, знаете, желание довести какое-то дело до конца. Получить какую-то информацию. Или эту информацию запустить для того, чтобы порешать какую-то свою задачу. Или какую-то свою проблему. И, возможно, эта информация имеет, ну, скажем так, не очень приятный характер, приятное содержание для тех, кого вы хотите этой информацией победить.
Так, еще что? Угу. Шестерка чаш. И отшельник. Ну, два старших аркана, в принципе, друзья мои, да, ситуация, возможно, непростая. Отшельник уже говорит, что да, надо подумать, да, нужно все взвесить, нужно принять решение, ну, скажем так, очень мудрое, не под влиянием каких-то эмоций, а вот именно отстраниться, погрузиться, может, в себя, принять чей-то совет. Возможно, для кого-то на этой неделе придется действительно уйти от решения какой-то задачи, какой-то проблемы, отказаться от какой-то, может быть, работы, отказаться от ответа. Также не исключено, что и от вас какой-то человек будет отстраняться. Может менее контактировать, а может вообще уйдет, как говорится, в игнор, в полный игнор. Не исключено. Может отложиться какая-то встреча, может отложиться какой-то разговор, может отложиться какая-то работа. Тем более у нас тут еще выпала карта повешенная. Да, это тормоз, это зависание, это ситуация, когда не стоит торопиться или вам не дают торопиться, вам не дают действовать. Не принимается какое-то решение в те сроки, на которые вы рассчитывали. Нет отзыва, что ли, обратной связи. Ну, также для кого-то повешенный может проиграться как действие нетрадиционным способом. Таким способом, таким методом, каким вы раньше не, ну, просто-напросто не пользовались, скажем так, да? Но тут ситуация непростая и, в принципе, действительно может сложиться, что тут нужно подумать, пойти другим путем. Не исключено, что у кого-то будет очень сложная цель, очень сложная задача. И эта задача, даже не исключаю, что она не просто важна для вас, но она как бы позволит идти дальше в чем-то. Или это результат этой ситуации, разрешение этой ситуации даст в будущем очень хорошие перспективы. Ну, допустим, кто-то ищет работу, друзья мои. Ну, в общем-то, нормальная, да, задача. Нормальная история. Ну, что там? Ну, пошел, как говорится, резюме раскинул в интернете и сижу, жду, да? Ну, вот в данном случае по повешенному. Здесь нужно что-то новенькое предпринять. Это я как пример говорю. То, что вы раньше, вам, может, в голову не приходило. То, что, может быть, не принято. Да, пойти как бы другим путем. Ну, также, мои хорошие, возможно, вам придет какое-то озарение, что вот так надо было делать, а не так, как вы собирались. Не исключено, что эти события связаны больше всего будут с семьей с вашими детьми. Либо, знаете, для кого-то это может быть с мечтой из вашего прошлого, связанной с вдруг наступившей ностальгией, когда вы вспомните, о чем вы мечтали, что вы хотели, с кем вы встречались, с кем дружили, с кем любились. И это тоже может быть, друзья мои. Ну что ж, хорошо, давайте теперь посмотрим, что там с конфеткой. Ага, башня. Ну, конфетка необычная. Тут даже, знаете, сложно что-то предполагать. Во-первых, это неожиданность, это однозначно. Возможно, конфетка будет связана со срывом планов, с каким-то изменениями в вашей жизни со стороны. Это не ваши изменения, понимаете? Изменения, которые, ну, может, которым пришло время меняться, как говорится, свыше, вот вам спустилось такое. Изменения по воле каких-то других людей или по воле обстоятельств. Но это конфетка, друзья мои. И все, что произойдет, вот неожиданно, на первый взгляд, вроде бы катастрофически,
Для вас это будет очень-очень хорошо. Для вас это будет большая-большая конфетка. Может, это что-то будет связано с недвижимостью, со сделкой по недвижимости, или вообще даже, может, и не со сделкой. Ну, вот что-то такое, что невозможно было предусмотреть, предугадать, просчитать. Ну, например, пришли вы на работу утром ни сном, ни духом, а вам объявляют, что все, фирма закрывается, или вас увольняют, сокращают. Казалось бы, катастрофа, да? Но к концу дня выясняется, что вы, благодаря вот этим событиям, получаете еще лучшую работу, еще прибыльнее работу или еще лучший доход. Вот что-то в этом роде, друзья мои. Так что вы на свою ситуацию, на свое обстоятельство, в которых вы вот живете, действуете, вот эту информацию прилагайте, и будет более-менее ясно. Хотя, честно говоря, сомневаюсь, потому что все-таки башня – это всегда неожиданность. Невозможно ее предугадать абсолютно. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, а что у нас за занозой. Дьявол, ну прям карты одна лучше другой. Вы посмотрите, 4 старших аркана. Это что-то с чем-то. Ну что ж, не зря, друзья мои, отшельник вам выпал. И, в общем-то, и не зря выпал повешенный, что да. Придется помозговать, придется очень хорошо поработать вашему менталу. Так, ну что, дьявол, это, конечно же, желание фантастического порядка могут быть. Они могут вас отвлекать. Вы, может, сами будете понимать, что что-то не туда. Что-то вы загнули. Надо остановиться. Но вас будет тянуть, манить. Да, это может быть, друзья мои, нечаянная пьяночка на неделе, которая выбьет вас из колеи. Это может быть, друзья мои, любовная встреча. Это может быть нечаянный флирт. И причем флирт с полным циклом отношений, если можно так выразиться. Да, друзья мои, это интим, это секс, это вот такая сексуальная привязка, которая может возникнуть во время вот таких отношений. Это может быть соблазн, либо собственный соблазн, либо соблазн со стороны кого-то. Да, это может явиться действительно занозой. Ну, кто-то, возможно, поймет на этой неделе, что на вас идет какое-то негативное, может быть, даже энергетическое или магическое влияние, или уже совершилось, что нужно обязательно чиститься. Для кого-то занозой может явиться понимание того, что вы слишком стали зависеть от кого-то. Может, по работе, может, по любви, может, по каким-то другим делам. Но вот эта зависимость, она будет уже ощущаться как препятствие, ощущаться как ваше внутреннее разрушение, ваших внутренних каких-то устоев, правил, желаний и так далее. Ну, будем надеяться, что просто обойдется легкой пьянкой. Ладно, теперь давайте спросим совет у карт Таро. Что же такое вам посоветуют карты Таро? Ну вот, вообще, интересное. Друзья мои, ну, карта смерти. Так. Намек на то, что действительно нужно что-то разрушить. Вот смотрите, карта башни, тут тоже у нас идет разрушение, да? Совет трансформация, что-то трансформировать окончательно, бесповоротно. Плюс еще и дьявол, понимаете? Вот эти три карты, они как-то, в общем-то, наводят на размышления. Я не говорю, что у всех так может быть, но вот у кого-то эта неделя будет, скажем так, непростой в плане того, что вы сами своими действиями запустите какой-то механизм,
какую-то определенную событийность, и это очень сильно повлияет на вашу жизнь. На, ну, может, на какую-то сферу вашей жизни. Не обязательно на всю жизнь по-крупному. Но, тем не менее, поэтому и совет идет: трансформируйтесь. Не бойтесь меняться, не бойтесь от чего-то отказываться, не бойтесь что-то разрывать или с кем-то разрывать отношения. Или менять работу, или переезжать, или защищать, категорично защищать свои интересы. Не молчать больше, не брать на себя чужую ответственность, не загружать себя своими делами, помнить о себе. Ну, для кого-то, возможно, это совет начать новую жизнь. Да, отказаться от старых установок, правил, принципов, от старого стиля поведения, отношение к себе в том числе, поменять что-то внутри себя, стать новой личностью, если вот так по большому счету. Ну что ж, мои хорошие, на этом я закругляюсь. Мне остается только вам пожелать, конечно же, обязательно здоровья, легкой недели, любви, приятного общения. Ну а самое главное вам счастья. Счастья и еще раз счастья. До новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои близнецы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку. С 21 по 27 февраля. То есть сделаем такой краткий обзор главных, конечно же, событий на этот период. Итак, что вас ожидает? Ваше настроение, ваш настрой. Тройка жезлов. Настрой что-то обновить. Настрой либо пересмотреть старые планы, либо поставить новые какие-то цели. Может быть, настрой поменять что-то в профессиональной деятельности. Может, настрой поменять что-то в личной жизни, в отношениях. То есть, друзья мои, это карта обновлений. Это карта намеренных обновлений в вашей жизни. Карта может быть планирование, загадывание в будущее. Желание перейти на новый рубеж, на новый этап в своей жизни или в какой-то сфере вашей жизни. Да, это может быть новые отношения, это может быть новая работа, это может быть обновление, связанное с вашей недвижимостью, с вашим ближайшим окружением, с вашей окружающей обстановкой. Ну что ж, давайте посмотрим, а что там с событиями. Так, семерка пентаклей, десятка жезлов. И рыцарь мечей. Ну, неделька действительно динамичная ожидается. Что уж тут говорить. Похоже, что действительно вот эти намерения ваши, они не останутся только намерениями. Вполне возможно, что вы начнете уже некий процесс, некие действия, которые будут предусмотрены вашими желаниями или вашими планами. Что мы здесь видим? Особо обращает внимание на себя, конечно же, рыцарь мечей. Да, друзья мои, это динамика, это энергичные действия, это напор, это может даже создание каких-то конфликтных ситуаций, либо ситуаций напряжения в отношениях, отстаивания своих интересов, своих прав. Это может быть неожиданная встреча, это может быть неожиданный разговор, неожиданное получение очень важной для вас информации. Может быть, конечно, и срочная поездка, или срочный приезд кого-то. В любом случае, друзья мои, вот эта стремительность, вот этот напор, эта агрессия, это всегда привносит в нашу жизнь определенное напряжение и связанные с этим напряжением, конечно же, изменения. Ну и тут у нас, как говорится, еще и десяточка жезлов. Да, друзья мои, это в чем-то жертва, это обязательства, которые приняты на себя в сверх меры. Это работа, очень напряженная работа. Это дела, которые
требует от вас максимальной отдачи. Причем дела, которые нельзя бросить, которые нужно обязательно довести до конца. Это обязательства, которые нужно обязательно выполнить. Это отношения, которые невозможно отбросить, отмахнуться от них. А нужно именно дойти до конца. Неважно, связаны эти отношения с какими-то любовными темами или с деловыми темами. Тут уже идет разговор о том, что отношения дошли до такой степени, когда назад уже шага нет. Идти нужно только вперед. Это уже не бросишь, не отмахнешься. А вот именно нужно довести до логического конца. Да, друзья мои, это аврал на работе, в бизнесе. Это аврал в каких-то домашних хозяйских делах. Это запущенный процесс, напряженный, тяжелый, возможно, процесс, который не дает отдохнуть, не дает расслабиться, пока он не закончится. Ну, семерочка Пентакли, конечно же, намекает на какие-то финансовые вопросы, на решение финансовых вопросов. Возможно, это работа на будущее, заклад на будущие финансовые какие-то поступления, доходы, прибыли. Ну и также, конечно, может быть какие-то вложения в будущие отношения. Ну, здесь, конечно, карта сразу же предупреждает, что да, не надо ждать быстрого результата, не надо надеяться на сиюминутный выхлоп, как говорится. Здесь нужно набраться терпения, упорства и, конечно же, выждать вот некий период, когда созревает плод. Ну, в данном случае, если речь идет, допустим, о каком-то документе, о получении какого-то документа, о получении какого-то разрешения, то тут, конечно же, хотите вы быстро, не хотите, тут вынуждены будете подстраиваться под обстоятельства и ждать. То же самое, допустим, по бизнесу. Да, вы вложили свои знания, труд, навыки, организовали весь процесс, но результат будет несколько позже, не сразу. Может быть, для кого-то эта карта проиграться как задержка выплат, задержка получения дохода. Может проиграться как остановка в оформлении какой-то сделки, особенно связанной сделки с недвижимостью или финансовой какой-то сделкой. Может, вы сами притормозите в каком-то процессе. Сделайте перерыв, сделайте паузу. Ну, либо подумать, либо присмотреться, либо проанализировать все-таки, что происходит и как лучше все это дело организовать, и какой может быть выбор сделать и так далее. Ну что ж, довольно интересно, в принципе, друзья мои. Учитывая ваш настрой, ожидание нового или желание получить нового, то я не исключаю, что вы сами являетесь организатором вот этих событий. И сами будете формировать стремительность этих событий. Ладно, давайте посмотрим, что за конфетки. Ну, пятерочка мечей, конечно, сложно ее назвать конфеткой. Но, тем не менее, смотрим на нее с положительной точки зрения. О чем нам карта это говорит? В чем может быть конфетка? А конфетка будет, конечно же, в виде победы. Победы над чем-то. Может быть, над самим собой или самой собой. Конфетка может быть в каком-то споре, может в каких-то разборках, может в ссоре какой-то. А может быть, конфетка быть в получении некой информации, которая вам даст какие-то преференции. В любом случае, друзья мои, вот эта конфетка, она вам даром не дастся. Здесь надо потрудиться, здесь надо повоевать, если речь идет о каких-то разборках. Здесь надо быть очень таким практичным, решительным, даже с долей какой-то агрессии. Да, друзья мои, конфетка – это трудная победа. Вот так бы я ее назвала. Очень трудная победа. Ну, что ж, иногда мы с самим собой боремся тоже. Не сладко приходится, правильно?
В данном случае вполне возможно, что это ваше внутреннее состояние. Вы победите себя и потом скажете: «О, какая я молодец» или «Какой я молодец, я это сделал». Хотя там, как говорится, позади вас, возможно, какие-то есть и неприятные моменты, которые пришлось принять только для того, чтобы как раз прийти вот к этому результату, к этой конфетке. Так, хорошо, что за заноза вас ожидает? Хорошая заноза. Ну, сложно назвать ее, конечно, в прямом смысле заноза. Тут больше идет ощущение, что надо что-то сгармонизировать, что-то сбалансировать, что-то уравновесить, найти консенсус, если можно так, или пойти на консенсус в чем-то, в каком-то вопросе. Вот только в этом, друзья мои. Ну, может быть, еще, знаете, кто-то, допустим, надеялся на помощь высших сил, но не получил эту помощь, может быть, в том размере, в котором вы хотели, или в тот срок, который вы хотели. Может и в этом быть заноза. Ну что ж, теперь давайте спросим совет на эту неделю. Совет будем спрашивать у новой колоды. Я ее буквально вчера получила. Называется «Таро светлого провидца». Очень интересная колода. Говорящая. Ну, мне так показалось. Нет? Решила сегодня ее опробировать более плотно. Итак, совет «Таро светлого провидца». Тройка пентаклей. О чем речь? А речь о том, что если вы будете чувствовать, что сами не справитесь в одиночку, нужно привлечь помощников, консультантов. Если вы чувствуете, что у вас не хватает знаний, навыков, надо научиться, надо попрактиковаться. Если вы замечаете, что в ваши отношения или в ваши дела вклинивается какой-то третий человек, третий персонаж. Ну, с какими там помыслами сложно сказать, но тем не менее, Таро советует подумать, присмотреться. И если есть выгода, если есть интерес в этом человеке, то, в принципе, вполне принять этого человека, ну, скажем так, в партнерство. Да. Также, друзья мои, конечно же, совет не останавливаться в своем развитии, улучшать свое профессиональное мастерство, улучшать отношения между людьми, которые вам интересны, которые вам, может, в чем-то помогают, в чем-то увеличивают ваши шансы продвигаться вперед. Да, карта развития, я бы так даже сказала. Совет развиваться и еще раз развиваться. Вот еще пришло такое интересное ощущение. Вообще некий треугольник, но это касается, конечно, отношений. Если вы замечаете, не обязательно влияние на вас какого-то треугольника, делового треугольника, может быть, любовного треугольника, тоже не отмахивайтесь. Попытайтесь разобраться, что это вам несет. Может, следует как-то защититься, обезопасить, а может быть, как говорится, и воспользоваться данной ситуацией. Вот такие советы. Ну, земные советы, практичные советы, что уж там говорить. Ладушки мои хорошие, на этом я закругляюсь. Мне остается пожелать вам, конечно же, обязательно здоровья, обязательно любви, побольше денег. Удачной недели и, конечно же, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои раки. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку с 21 по 27 февраля. Сделаем краткий обзор главных событий. И, конечно же, обязательно спросим совета у карт Таро. Начнем, как всегда, с вашего настроения, с вашего настроя. Так, рыцарь чаш. Ну, романтический настрой.
Может, у кого-то какие-то творческие идеи намечаются, и вы хотите воплотить их, как говорится, в жизнь. Может быть, у кого-то связано это с какой-то встречей предстоящей, с предстоящим разговором, душевным разговором, сердечным разговором, с приятными встречами, с приятными разговорами. Для кого-то, возможно, это настрой на какую-то поездку. Ну, конечно же, с положительным результатом поездка, может быть, настрой на приезд кого-то к вам. И такое тоже может быть. В общем, друзья мои, здесь мы видим душевность, романтичность, радость, эмоции. Ну, эмоции, скорее всего, положительного характера. Ну что ж, давайте глянем, а что с событиями. Так, восьмерка чаш. Колесница. И что еще? И туз чаш. Ну вот выпавшие карты тоже говорят, друзья мои, об эмоциях разного характера. Эмоциях. Да, по восьмерке чаш, допустим, эмоции связаны с тем, что вы придете к какому-то выводу, к какому-то решению, определенному решению. Может, захотите что-то внутри себя поменять. Может, захотите поменять что-то во своей внешности. Может быть, захотите поменять место, где вы живете, свою профессиональную деятельность. Может быть, захотите поменять отношения. Вот здесь в карте просматривается не просто решимость, я бы так сказала, а вынужденная принятие решений, что да, это надо сделать. Надо от чего-то уходить. Надо с чем-то расставаться или с кем-то расставаться. Надо что-то менять в своей жизни. Что вот то, что есть, это уже прошлое. Оно вас уже не развивает. Оно вас больше напрягает, скажем так. Оно вас уже, ну да, в чем-то разрушает. И оставаться в прежней ситуации уже нет смысла. Даже может быть начаться обратный процесс, ухудшающий эту ситуацию. Колесница, друзья мои, она как бы дает импульс. Да, надо двигаться вперед. И, скорее всего, это может быть действительно связано с поездкой. Это может с появлением новой цели, да, нового желания. Может быть, с приездом кого-то, с такой, знаете, неожиданной встречей. И эта встреча может даст вам какой-то дополнительный импульс, причем мощный импульс, когда вот захочется сразу же, как говорится, сорваться с места и побежать делать что-то или встречаться с кем-то, разговаривать с кем-то, что-то выяснять, что-то получать, понимаете? Разбираться в чем-то. Вот эта стремительность, она всегда приводит к изменению существующей обстановки, существующих отношений. Ну, в принципе, друзья мои, вы уже намерены что-то поменять в своей жизни. Может быть, даже кардинально. То есть уже вот именно на душевном уровне такое желание присутствует. Окончательное принятие какого-то решения. Поэтому не исключено, что как раз выпадение колесницы еще раз подтверждает, что вы не будете медлить. Вы тут же приступите к осуществлению своих желаний, к реализации своих планов. Ну, для кого-то, друзья мои, это новая работа на этой неделе, где вы хотите не только утвердиться, но, так сказать, и продвинуться дальше. Для кого-то это изменение карьеры, для кого-то это изменение отношений. Да, появление каких-то новых импульсов, новых желаний в отношениях. И важно, сердечные они или делового характера, или дружеского. Поэтому, знаете, эта неделя вполне может быть насыщена эмоциональным таким накалом. И туз чаш еще раз подтверждает, что вам захочется очистить некое болотце. Неважно, в какой сфере вашей жизни, наполнить это болото чистой, прозрачной водой, либо очиститься от чего-то, понимаете? Может, очистить свое пространство в доме, на работе. Может быть, провести какую-то магическую чистку, ну, скорее всего, с водными какими-то процедурами. А для кого-то, друзья мои, это поход в сауну. Какие-то водные спа-процедуры, ну, вот именно связанные с водой что-то, которые доставят на этой неделе не просто удовольствие, может, даже и оздоровительный эффект.
Для кого-то, друзья мои, это новости сногсшибательные, объяснение в любви, влюбленность, причем любовь с первого взгляда, когда сносит крышу. Это может быть предложение руки и сердца. Ну, в общем, не знаю. Не знаю, мои хорошие, что ожидает, но неделька может выдаться интересной. Я не говорю, что сложной, напряженной, я говорю, что интересной. Ладно, может, как раз вот эта поездка или приезд чей-то, встреча как раз взбаламутит вас, если можно так выразиться. Ладно, какая конфетка вас ожидает? Ну, пятерочка пентаклей, смотрите. Может быть, получение помощи, необходимой помощи в чем-то, своевременной помощи вам. Либо, друзья мои, здесь идет речь о том, что вы на пути выхода из какого-то кризиса. Неважно, с чем этот кризис связан, с деньгами или с отношениями. Да, вы на пути, вы уже приняли решение, что все. Надо искать новые какие-то методы, способы, новые ресурсы, возможно, искать. И вот это движение вперед, если можно так выразиться, как бы рывок желания уйти из прошлого, уйти из кризисной ситуации. Вот, друзья мои, уйти из кризисной ситуации, двинуться вперед, не стоять больше, не ждать чего-то или кого-то, как говорится, манны небесной, а именно начинать действовать. Да, вполне возможно, что вам на этом пути нужно получить действительно первоначально чью-то помощь, чью-то поддержку. И вы ее получите. Вы ее получите. Вот такая конфетка. Непростая конфетка, скажем, с некими шероховатостями. Нет, даже не шероховатостями, а вот, знаете, бывают конфетки с горчинкой. Да, вот, с горчинкой. Вот в данном случае, друзья мои, у вас может быть такая конфетка. Хорошо, что там с занозой? Да нету заноза, друзья мои, императрица выпала. Особенно если это вы, это ваш настрой, ваш образ, ваш характер, ваше состояние. Ну какая тут может заноза? Тут, как говорится, вообще никаких препятствий. Все по силам, все по желанию. Может быть, знаете, в чем заноза, что появится желание настолько обустроить свое окружение, свое пространство, настолько сделать его комфортным, что, ну вот знаете, сил нет ждать. Вот прямо хочется именно сейчас. Но единственной занозой может быть, что ну нереально в каких-то вещах, в каких-то моментах вот полностью, стопроцентно получить то, что вы хотите. Ну, может быть, еще, знаете, заноза какая, что вы надеялись на чью-то поддержку, на чью-то помощь, на чье-то покровительство. Но, может, не получили это в нужный момент, в нужном размере. Вот только если так, друзья мои. Хорошо, давайте теперь спросим совет. Совет у Таро Светлого Провидца. У меня появилась новая колода. Буквально вчера я ее получила по почте. И вот сегодня решила вас порадовать. Итак, совет. Шестерка кубков. Вот первое ощущение, друзья мои, вернитесь в детство. Вернитесь в то светлое свое прошлое, где у вас были мечты, желания, где было вам комфортно в чем-то, где вы были смелы в своих мечтах, я бы даже так сказала. И попробуйте реализовать то, что вы не доделали, не дополучили, не смогли, скажем так, в прошлом, вот реализовать это вот в настоящем, сейчас. Даже это пусть касается мелочей, неважно, друзья мои. Допустим, в детстве вы там или в юности мечтали купить себе какую-то вещь. Ну вот не сложилось. Купите ее сейчас. Или, допустим, вы хотели раньше начать петь или что-то мастерить. Сделайте это сейчас. Ну и, конечно же, совет еще касается
вопросов, связанных с общением с детьми. Возможно, вам нужно обратить внимание на желания своих детей. Может быть, поговорить, пообщаться, ну, повспоминать, почему бы и нет. Так что смотрите, у кого что, кому что ближе. Ну, а я на этом, мои хорошие, закругляюсь. Мне остается пожелать вам, конечно же, обязательно удачи, обязательно здоровья, денежек побольше, любви. А самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои львы и львицы тоже. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделечку с 21 по 27 февраля. Сделаем краткий обзор главных событий этой недели. Итак, приступим. Ваше настроение, ваш настрой на этой неделе. Десятка жезлов. Ну, для кого-то, друзья мои, это аврал. Настрой очень хорошо поработать, что-то завершить, что-то сделать. Но здесь речь как раз идет, скорее всего, о завершении. Вот. Также, конечно, речь идет о каких-то обязательствах, то есть погасить какие-то обязательства. Может быть, финансового характера, может, обязательства, ну, что-то кому-то пообещали, помочь, там, сделать и так далее и тому подобное. Ну, карта трудяшки, да. Карта трудяшки, когда вот во что бы ни стало сделать, как говорится, самую, может быть, трудную работу, самую трудную задачу решить. Может, для кого-то это найти точно на этой неделе работу. Для кого-то, может быть, провести генеральную уборку дома. Для кого-то, может быть, решить вопрос с начальством о вашем повышении или повышении, допустим, зарплаты. Вот. Для кого-то это, может быть, не начать, а заняться вплотную своим бизнесом. Или разрешить вопрос с отношениями. Делового характера, сердечного характера, тут у кого что. В общем, готовы вы на этой неделе довольно плотно так поработать. Ладно, давайте смотреть, а что с событиями. Солнышко, отлично. Так, паж мечей и туз чаш. Интересно. Ну, выпадение солнышка, друзья мои, уже говорит о радости, уже говорит о каких-то моментах любви, о каких-то приятных событиях, о приятных новостях, даже не просто приятных новостях, а каких-то счастливых новостях, понимаете, счастливых случаях, событиях. Это для кого-то может быть свадьба, какой-то праздник, юбилей, для кого-то это рождение ребенка или весть узнаете о рождении внуков, да, почему бы и нет. Для кого-то это, друзья мои, брак на этой неделе. Или ваш партнер или партнерша согласятся на ваше предложение начать жить под одной крышей. Для кого-то это статус, повышение вашего статуса, повышение вашего авторитета. Победа в занятии, допустим, какой-то, ну, скажем так, высокой позиции в вашей карьере. Или признание вас, признание в чем-то, не только профессиональное, допустим, а признание вас как личности, как человека. Может быть, у кого-то это на этой неделе откроется какой-то талант. Или проявится, или вырвется. Это может быть и творческий экстаз какой-то, друзья мои. В общем, эта карта, она, можно сказать, ну, является решающей в этом раскладе. Самой-самой говорящей. Ну, во-первых, это и старший аркан. Во-вторых, это еще и сильный аркан, солнечный аркан. Не исключено, что у кого-то эта карта проиграется как прозрение. Причем четкое прозрение. Яркое видение реальности, яркое видение, кто есть кто, да, выход из какого-то заблуждения или получение некого инсайта, некого озарения, некой идеи. Тем более тут у нас еще
туз чаш, друзья мои. Это уже говорит о том же, что ваша эмоциональность будет иметь довольно-таки повышенный градус. Это может быть приход каких-то радостных новостей. Это может быть какое-то удовольствие, это может быть любовь, погружение в наслаждение. Ну, для кого-то, конечно, туз чаш может проиграться как некой чисткой, некими водными процедурами, в том числе процедурами омоложения, очищения. Так что, друзья мои, интересная неделя у вас намечается. Даже несмотря на то, что тут у нас, понимаешь ли, затесался паш мечей, такая остренькая карта, ну, она здесь больше говорит о вашей решительности, о вашей информированности, о вашей боевитости, я бы так выразилась, да. Это может быть и получение некой информации, очень нужной информации, практичной информации. Это может быть получение знаний, это может быть обучение, да, друзья мои. Может быть, это у кого-то прохождение некого экзамена, удачное прохождение, все-таки у нас тут солнышко присутствует. Это может быть выяснение, окончательное выяснение отношений с кем-то. Или решение какого-то вопроса, причем окончательного вопроса. Неважно, с каким результатом, но главное, что этот вопрос или эта проблема будет решена. Вот такие пирожочки. Ну что ж, давайте посмотрим, что там с конфетками. Карта влюбленных. Ну, тут и любовь, друзья мои. Любовь, дружба, чувства, все, что с этими связано. Это может быть, конечно, и принятие какого-то выбора, важного выбора для вас, нужного, ну и приятного. Все-таки это же конфетка. Так, а какая заноза? Нету заноза, друзья мои. Десятка пентаклей. Это семья. Это стабилизация финансового положения. Это поддержка со стороны людей, которых вы уважаете, которые вас уважают. Это, друзья мои, соединение в нечто целое, чтобы получить, реализовать какие-то свои планы. Укрепить связи, укрепить материальное в том числе положение, друзья мои. Да, да, да. Это получение денег, это удачная сделка. Для кого-то это вхождение в новую семью или пополнение вашей семьи новым членом. Так что, мои хорошие, ну, не идет у меня от этой карты никакой занозистости. Уж не знаю, как у вас, но вот у меня вот так вот. Ладушки, теперь давайте спросим совета у Таро. Таро Светлого Провидца. Новая колода у меня. Вчера ее приобрела. Поэтому сегодня решил ее сразу же апробировать, пустить в дело, пустить в работу в эту неделечку. Итак, совет. Четверка кубков. Ну вот присмотритесь на рисунок этой карты. Сидит девушка. О чем-то глубоко задумалась. Очень глубоко задумалась. Это, знаете, погружение в себя. Это своего рода медитация. Это отстраненность от кого-то или от чего-то. Это концентрация именно на своей душевной составляющей, на своих эмоциях, на, ну, может быть, даже здесь мечты, может быть, здесь некое, ну, планирование тут не, вряд ли, а вот именно ощущение на уровне души, на уровне сердца. Вот что хочется, чего очень сильно хочется и как это получить. Ну, может быть, уход в мечты, друзья мои. А может быть, просто, знаете, иногда бывает такое состояние, когда не хочется ни о чем думать. Хочется просто вот как-то отстраниться от всего, отстраниться от чего-то, от кого-то. И побыть наедине с собой. Вот так я бы выразилась. Поэтому совет, друзья мои, именно состоит в этом. Может, стоит действительно о чем-то подумать. Может, стоит прислушаться к себе, к своей душе, к своему сердцу. Почему бы и нет? Вот такие пирожочки. Ну что ж, мои хорошие, на этом я закругляюсь.
Мне остается пожелать вам, конечно же, обязательно здоровья, денежек побольше, любви, ну а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои девы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделечку с 21 по 27 февраля. Сделаем краткий обзор главных событий и на посошок спросим обязательно совета у колоды Таро. Новая у меня появилась колода, называется Таро Светлого Провидца. Итак, приступим. Начнем, как всегда, с вашего настроения, с вашего настроя. Ага, дама мечей. Ну что ж, мои хорошие, настрой у вас довольно боевой. Либо вы готовитесь к какому-то серьезному разговору, к серьезной встрече какой-то, либо, друзья мои, кто-то из вас намерен заняться оформлением каких-то документов, скорее всего, юридического характера, может быть, даже и связанного с какой-то серьезной сделкой, либо с каким-то запросом или получением какого-то разрешения и так далее, друзья мои. Ну, конечно же, дама мечей может для кого-то проиграться настроением выяснить отношения, отстоять свои интересы, свои права и, может быть, даже в каком-то мере расставить все точки над «и». В общем, боевой настрой. Ну что ж, давайте посмотрим, что события покажут. Может, события спровоцируют ваше вот такое настроение? Или вы, друзья мои, спровоцируете своим настроением соответствующее событие? Итак, Солнце. Ну, пока хорошо. Ага, карта Суд. Ну, мои хорошие, три старших аркана и дьявол. Я уж не знаю, что там у вас за событие, что-то такое неординарное. Ну, еще какие старшие арканы, друзья мои. Даже вот я в некой растерянности. Ну, конечно же, ладно, начнем по порядку. Как всегда, я каждую карту принимаю как отдельное какое-то событие. В данном случае аркан Солнца говорит, конечно же, о приятных каких-то событиях, радостных событиях. Это может быть и повышение вашей популярности, повышение авторитета, статуса. Может быть, это события, связанные с детьми, с семьей. Может быть, события, связанные с любовью с вашей. Вполне возможно, друзья мои. Для кого-то это, возможно, рождение малыша. Для кого-то это свадьба, для кого-то семейный юбилей. Ну, а для кого-то, возможно, друзья мои, какой-то творческий такой прорыв, творческий экстаз, если можно так выразиться. Прорыв в профессиональной сфере. Может быть, какое-то событие, связанное с семьей, с членами семьи. Ну, естественно, радостное событие. Может быть, озарение, да, какая-то идея мощная придет в вашу голову на этой неделе. Что-то прояснится, что-то станет понятным. Возможно, знаете, если были какие-то проблемы, то эти проблемы утрясутся, рассеются. Или появится возможность их разрешить в вашу пользу и очень быстро разрешить. Ну, карта Суд, мои хорошие, да, она говорит, конечно же, о каких-то юридических, судебных делах. Вот, в принципе, ваш настрой вполне и связан, наверное, с этими делами. Да, решение вопросов юридического характера. Может, знаете, проясняться, появятся, точнее, какие-то новые обстоятельства, новые документы, новые возможности. Не исключено, что произойдет обновление, связанное с вашей личностью, обновление, связанное с вашим домом, с вашим пространством, с вашей окружающей вас обстановкой.
Да, карта Суд очень мощная карта. Она всегда несет перемены. Перемены, которые не имеют обратной силы. И, как правило, эти перемены, скажем так, почти по судьбе. Да, все-таки это кармическая карта. И выпадение этой карты показывает, что просто пришло время изменениям, пришло время обновления. Ну, в чем обновление будет? Ну, тут, конечно, сложно сказать. Возможно, да, действительно, это серьезные события. Но, друзья мои, возможно, это ваше личное какое-то обновление. Может, внешнее, может, поменяете свой, как говорится, имидж. Тоже не исключено. Может быть, обновление связано с изменениями в вашей фирме, где вы работаете. Может, поменяется состав собственников. Может, поменяются какие-то ваши функциональные обязанности. Да. Ну, а карта «Дьявол» – ну это, друзья мои, ваши хотелочки. Это заманушечки, может быть. Это обольщение вас кем-то. Или вы кого-то будете обольщать. Это страсть. Страсть на самой высокой волне. На самом сильном градусе, если можно так выразиться. Это некая привязка. Может быть, психологического характера. Может быть, сексуального характера. Тут у кого как, друзья мои. Да, кто-то будет вас обольщать. Как в сексуальном плане. А кого-то, может быть, в деловом плане. Ну, тут надо быть очень-очень осторожным. Не исключено, что вот эта связь, эта привязка может иметь, ну, скажем, не такие хорошие последствия. Ну, это если вас. Если же это ваши действия по дьяволу, ну, тут, как говорится, совершенно другая тогда история будет. Может, кто-то будет усиленно магичить на этой неделе. Ритуалить, причем мощно ритуалить. Или общаться с человеком, который специалист в магии. Вот такое ощущение, что эта неделя насыщена такими сильными вибрациями, такими сильными желаниями или обстоятельствами, против которых, в принципе, бессмысленно бороться, бессмысленно противостоять им. Это так же, как не остановить шквал ветра. Не остановить бурю. Это надо принять, от этого надо защититься, ну, или что-то другое сделать. Но остановить этот природный катаклизм невозможно. Этот природный процесс. Вот что-то вот такое же идет у меня от этих карт. Я не знаю, что это, друзья мои. У каждого у вас что-то будет свое. У каждого из вас свои обстоятельства. И вы все разные, поэтому мне сложно сказать, да и перечислять даже нет смысла. Но что-то такое кардинальненькое. Ладно, давайте посмотрим, какая конфетка вас ожидает. И тут у нас правосудие. Интересно, интересно. Знаете, еще вот по этим картам вернусь. Не исключено, что на этой неделе вы захотите разорвать какую-то связь, мощную связь с кем-то или, может, даже с чем-то. И вот этот разрыв, он как раз и внесет изменения, обновления. Может, этот разрыв как раз связан с вашим озарением чего-то. Знаете, когда вот снимаешь розовые очки и, наконец-то, видишь истинную ситуацию, истинные обстоятельства, истинную картину происходящего. Да, вполне возможно. И конфетка у нас, мои хорошие, правосудие. Опять возвращаемся к вашему настрою. Чувствуете? Одну тему. Да, действительно. Не исключено, что оформление, удачное оформление, это все-таки у нас конфетка, удачное оформление каких-то документов, получение разрешений, заключение договоров, отстаивание своих интересов в свою пользу, и у вас это получится. Наведение в чем-то порядка. Я бы так сказала, что вот для тех, кто борется с каким-то, в какой-то проблеме, здесь четко прослеживается
Процесс отстаивания справедливости, и эта справедливость наступит. И в этом будет как раз и конфетка. Для кого-то это, друзья мои, достижение некого баланса в чем-то, наступление равновесия, некой стабилизации. Но, понимаете, это, вот все вот это, оно будет через борьбу, через очень... Такие ваши действия, мощные действия, не такого, знаете, не эмоционального характера, нет, а вот именно исходя из анализа, логики, полученной информации, проработки каких-то документов, оформления каких-то документов. Вот такое ощущение, что ваш настрой, он проиграется в полной силе. Вы получите именно тот результат, ту конфетку, на которую вы настроились. Ну ладно, давайте посмотрим, а что у нас с занозой. Ага, эмоции, эмоции. Ну вот знаете, здесь больше я вижу не ваши эмоции, а эмоции какого-то персонажа. Влияние этого персонажа на ваши дела или на вас. Почему-то мне привиделся пьяный мужчина, я не знаю почему. Ну, вот такое пришло в голову. Чем-то будет вас раздражать. Ну, в принципе-то, пьяные мужчины всегда раздражают. Что уж там говорить. Может быть, конечно, для кого-то заноза явится чьи-то ухаживания. Ухаживания, которые вам не нужны. Такие, знаете, прилипчивые ухаживания, вкрадчивые ухаживания. Может быть, эти ухаживания связаны не с любовью. А может быть, это и деловые ухаживания, да, чтобы что-то от вас получить. Вот такое идет ощущение. Ладно, теперь давайте спросим совета. Какая-то неординарная неделька получается, я уж не знаю, что это, с чем это связано. Мощные такие арканы выпали, непростые. Я бы даже так сказала. Говорящие. Ну, знаете, вот почему-то еще одно пришло. Вот если спуститься на такой самый-самый бытовой уровень, да, кому-то захотелось изменить свою внешность. Изменить за счет загара. И вы, допустим, ну, если у вас есть возможность где-то загорать по климатическим условиям, может, вы поехали куда-то в теплые края, да? Вот. И вот это как начало вашему внешнему изменению. Потому что появилось сильное желание изменить себя внешне. Изменить что-то вот, может, в себе, но в первую очередь вот внешне. Может, это связано, друзья мои, с любовью, с влюбленностью, с какой-то страстью. Может и так карты проиграться. Ну ладно, давайте смотреть, что вам скажет Таро Светлого Провидца. Что посоветует? Угу. Шестерка Пентаклей. Тоже карта своего рода равновесия. Карта сбалансированности. И совет, скорее всего, такой. Если вам нужна помощь, обращайтесь за этой помощью. Если к вам обращаются за помощью, помогите этому человеку. Ну, конечно, не отдавая последнее, в разумных пределах. Если вам что-то дают, не обязательно вещь. Это может быть действительно совет, это может быть... какой-то предмет, это может быть предложение дружбы, это может быть предложение работы. Не отказывайтесь сразу. Рассмотрите, проанализируйте, почему это происходит и зачем вам это нужно, и нужно ли. Вот почему-то вот такое идет у меня. Самое главное, не отказывайтесь. Вот сразу с пылу с жару ни в коем случае. Конечно же, присмотритесь в рисунок этой карты, возможно, у вас появятся какие-то новые видения. Всплывет в вашем сознании совершенно другой совет. И это более ценное будет, чем, допустим, я это увидела.
Вот как-то так, мои хорошие. Ну что ж, на этом я закругляюсь. Мне остается пожелать вам только здоровья, любви, денежек, приятной недели и вообще, самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои весы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделечку с 21 по 27 февраля. Сделаем краткий обзор главных событий. Вот, узнаем, какие конфетки вас ожидают. Ну и, конечно же, спросим обязательно совет у карт Таро. Итак, приступим. О, выпал у нас паш мечей. Что-то остренькое, какая-то информация, похоже, вам идет. Ну, ладно. Начнем с вашего настроения, с вашего настроя. Так, пятерочка чаш. Ну, похоже, кто-то из вас будет сконцентрирован на какой-то обиде на кого-то. Либо, скажем так, погрузится в некоторую, может, апатию, депресничок. Ну, может быть, от того, что что-то не получилось. Может, это реакция на ранее кем-то сказанное обидное слово, какая-то, может быть, критика или просто плохое настроение. Ну, бывает, накатывает иногда, ни с того, ни с сего. Раз и, как говорится, и накрыло. Ну, посмотрим, друзья мои, что там с событиями. Так, ага, дьявол. Дама чаш. Может, это связано даже с какими-то любовными делами, с любовными событиями. Так, и восьмерочка чаш. Ну, карты, конечно, интересные выпали. В том плане, что мы видим уже некую повышенную эмоциональность на этой неделе. Может быть, это связано с какой-то персоной, которая действует на вас или влияет каким-то образом на ваши дела, на ваше настроение, может, как говорится, капает вам на мозги или чем-то вас расстраивает своим поведением, своими словами. Вот. Ну, тут у нас еще восьмерочка чаш. Это намек уже идет на то, что кто-то на этой неделе пересмотрит свои взгляды на что-то или на кого-то. Может быть, даже с кем-то решит расстаться или с чем-то решит расстаться. Ну, пока это, вот знаете, такое душевное состояние. Не факт, что вы на этой неделе, как говорится, приступите к таким уже активным действием, да и судя по настроению, то, в общем-то, вряд ли это произойдет, но все бывает, все бывает. Может, это связано с какими-то профессиональными неувязками, семейными какими-то делами, с отношениями, может быть, связано. Или что-то не получилось, что хотели, план сорвался, цель, реализация цели отодвинулись назад. Кто-то подвел, да мало ли что бывает. И вот на фоне вот этих всех моментов не исключено, что придет некое решение, некий выход из создавшегося положения. Да, возможно, что-то вы сами по себе, вот просто вот в голову взойдет, что однако что-то надо менять. Где-то что-то вот не так идет или не туда пошло. Вот. Я думаю, что вот это погружение в состояние, нулевое состояние, я бы так назвала это, да, нулевое состояние, оно, может быть, и поможет что-то в себе открыть или найти какое-то решение задачи. Вот знаете, есть такое выражение, я вот не помню где, даже, по-моему, по психологии или кто-то из наших гуру советовал, что когда все плохо или что-то не получается, нужно погрузиться на дно, уйти, упасть до самого дна, а потом начинать всплывать. Может быть, такие моменты и действительно у кого-то произойдут на этой неделе. Я не говорю, что это состояние совсем уж плохое или какое-то вообще вот критическое, можно так сказать, да, разрушающее или еще что-то. Нет, друзья мои, это
эмоциональные вибрации, возможно, кому-то из вас даны для того, чтобы что-то изменить. Изменить в окружении или изменить в себе, или что-то, может быть, понять. А может, просто, вот, знаете, повибрировать внутри себя, разбередить что-то в себе, нагнать волну какую-то. Ну, я думаю, что вы меня поняли. В этом раскладе у нас, конечно же, я его оставила на пасашок, смущает наличие аркана «Дьявол». Карта, конечно, интересная, карта интригующая, вот так скажем. Поэтому я не исключаю, что кто-то из вас, учитывая наличие восьмерки чаш, хочет разорвать какие-то привязки, разорвать какую-то зависимость, какие-то цепи, какие-то отношения. Вот. Ну, друзья мои, зависимости бывают разные. У кого-то это действительно зависимость к какому-то человеку. Сексуальная, деловая, рабочая, профессиональная, неважно. Но есть еще и зависимости внутреннего такого порядка. Допустим, к алкоголю. Допустим, неумеренному употреблению продуктов, ну и так далее, курению, возможно, и так далее. И не исключено, что вот кто-то из вас решит, что все, хватит, баста, однако надо наводить порядок в своей жизни, в своем организме наводить порядок. Поэтому да, когда осознаешь, что что-то не по вашей воле идет, или что-то вас напрягает, что-то вам мешает, естественно, друзья мои, и справиться с этим очень сложно, тяжело. Вот как заставить себя, допустим, делать каждое утро зарядку или бросить курить, это вообще другая история, это просто очень тяжелый вариант. Вот. Поэтому да, может портиться настроение, особенно если уже были какие-то попытки разорвать эти цепи. Ну и еще один момент, мои хорошие, еще один момент. Конечно же, дьявол может и проиграться как такая замануха в какие-то сети. Может быть, знаете, желание больших денег, несмотря ни на что, даже через большой риск. Вот. У кого-то это желание связано с какими-то любовными делами, страстью. Во что бы то ни стало привязать к себе человека, чтобы он вас полюбил. Да, в том числе и через магические какие-то ритуалы. Не исключено, друзья мои. И тут могут быть и привороты, и прочее, прочее, и отвороты, и так далее. Вообще, конечно, неделя у вас, если можно так сказать, связана с какими-то большими колебаниями. Вот у меня такое ощущение, что один день или какой-то момент среди недели, типа «хочу, хочу, 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 сделаю во что бы то ни стало» и так далее. Другой день, допустим, наступает, что «нет, у меня ничего не получится, и вообще, как говорится, все плохо» и так далее и тому подобное. Вот так вот мне видится этот расклад. Не исключено, что как раз вот наличие аркана «Дьявол» и показывает, что что-то сильное вас будет волновать. Отсюда вот эти настроения, отсюда вот эти все, как говорится, волнующие моменты в вашей жизни. Какое-то воздействие, вот идет какое-то воздействие. Ну, может быть, это и воздействие со стороны, а возможно и воздействие ваших желаний, ваших хотений. Ну, давайте посмотрим, что за конфетка вам выпадет. Ага, колесница. Да. Ну, что сказать. Конфетка, конечно, у кого-то связана будет с некой поездкой. Может быть, даже срочной, неожиданной поездкой. Либо с каким-то событием во время поездки. Может быть, связана с некой идеей, большой идеей, с каким-то большим проектом. Ну, идея может быть, друзья мои, не только работы касаться, да, там бизнеса и каких-то хозяйских домашних дел. Это может даже касаться и какого-то конкретного человека. Либо его привязки к вам, либо знакомство с этим человеком, либо желанием войти с этим человеком в партнерство, связать его какими-то обязательствами.
на какое-то общее дело, понимаете? Но самое интересное, друзья мои, колесница, она говорит, что в принципе вас ждет победа. У вас все получится. Что-то такое для вас очень важное на этой неделе произойдет. Все-таки старший аркан. Может, кто-то на этой неделе поменяет место жительства. Может, кто-то отправится в путешествие. Может, кто-то отправится не просто в путешествие, а поедет в другую страну, в другой город. То есть, именно изменение места жительства. Либо кто-то к вам едет. Очень важный для вас человек. Ну, а для кого-то это рывок в профессии, рывок в карьере, в бизнесе. Для кого-то это рывок в отношениях, прогресс в отношениях. Что-то такое значимое, важное. Рывок в проекте в каком-то, который вы задумали. Может быть, и в творческом проекте, может, и в профессиональном проекте. Ну, а для кого-то, друзья мои, конфеткой может быть стремительное развитие отношений. Любовных или деловых, понимаете? Вот именно тех отношений, к которым вы стремились, которые вы хотели. Вот как-то так мне видится. Хорошая конфетка, отличная. Учитывая выпадение дьявола, то, как говорится, тут вообще без комментариев. Ладно, теперь давайте посмотрим, что у нас за занозой. Да, с занозой все нормально. Карта умеренности. Да, возможно, придется что-то уравновешивать, гармонизировать, стабилизировать в своей жизни. Вынуждена. Ну, заноза же. Тут уж никуда не денешься. Вот. Отвлекать на это внимание, отвлекать на это время. Вот еще, знаете, такие интересные моменты идут. Глядя вот на эту пятерку чаш, такое ощущение, что, возможно, вот это настроение ваше спровоцирует события в положительном ключе. Ну вот, не знаю, как у вас, но у меня такие моменты будут, когда я чем-то сильно расстроен, но вот не получается, там документ какой-то не получилось, еще что-то у меня не получилось, вот. Да, расстройство, сильное расстройство, махаешь людей, типа, да-да, пошло оно все лесом. Не получилось, так не получилось. И как-то, знаете, расслабляешься, и наступает несколько такое апатичное настроение, что уже ничего не хочется. И вот после этого вдруг события стремительно начинают развиваться, и в принципе в результате ты получаешь то, на что уже не надеялся. Вот почему-то такое еще ощущение идет. Ну ладно, теперь давайте спросим совет. Совет у Таро. Новая колода, мои хорошие, у меня появилась. Называется Таро Светлого Провидца. Так что вам провидец расскажет все по порядку. Тоже выпала у нас шестерка пентаклей. Выпрыгнула. Но мы еще, конечно же, обязательно возьмем еще одну карту. Так, и семерка кубков. Выбор, друзья мои, выбор. Какую чашу выбрать? Посмотрите на этот рисунок, да, человек. Вот есть, по-моему, наперстники, да, вот это такая игра не игра, в угадайку. Вот то же самое, что-то на этом рисунке изображено. То есть вам нужно сделать выбор. А самое главное, постараться не прогадать. Не прогадать, друзья мои. Ну и выпавшая карта тут нам еще намекает, что в какое-то может быть партнерство вступить действительно. Не отказываться от какой-то помощи или наоборот вам оказать какую-то помощь. Почему-то вот именно два совета вам выпало. Может быть, все-таки приглядеться и увидеть ситуацию под другим углом, под другим наклоном, в другом ракурсе. Не исключено и это. Что-то еще и завязано с финансами. Вот почему-то идет такое ощущение, что связано что-то с партнерством и с какой-то помощью. Ну, тут уже сами смотрите. Ну и, конечно же, дополнительно приглядитесь к этим картам. Возможно, у вас возникнут другие вибрации, другие советы, они будут тоже очень важны.
Ну, а я на этом закругляюсь, ласточки мои. Мне остается пожелать вам любви, денежек побольше, здоровья крепкого. Ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои скорпионы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделечку с 21 по 27 февраля. Давайте посмотрим, какие события вас ожидают, какие конфеточки, какие занозы и какой совет вам дадут карты Таро. Итак, приступим. Ваше настроение, ваш настрой на эту неделю. Ну, друзья мои, король мечей. Жестко, категорично, настойчиво, вплоть до того, что вот не подходи, убьет, все равно, по-моему, будет. И настроение такое, что вас что бы то ни стало что-то получить, чего-то добиться, от чего-то или от кого-то отбиться в том числе. Может быть, это ваша готовность к какому-то очень серьезному делу, серьезному разговору или готовность получить нужную информацию. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас там с событиями. Так, Луна, ну в принципе да, Луна это серьезно. Так, император. И дама пентаклей. Ну вот смотрите. В принципе, ваше настроение, ваш настрой, как я уже сказала, может действительно касаться получения некой информации, потому что карта Луна, она уже говорит о том, что что-то вокруг вас происходит. И вы это чувствуете, ваша чуйка, ваша интуиция говорит, присмотрись, разберись, что-то не то, что-то никак. Обязательно, как говорится, развей эту темноту, развей эти непонятки. Да, может быть, какие-то интриги вокруг вас, может, какие-то закулисные игры, а может быть, на вас хотят проехаться или за счет вас, как говорится, свои плюшечки получить. Да, может, кому-то из вас действительно пудрят мозги, вводят вас в такое оморочное сознание, что ли, запутывает ваш ментал, запутывает ваши все действия, чтобы вы не видели в реальности, что происходит, куда это ведет. Может, вас куда-то ведут, в какую-то ловушку. Не исключено, друзья мои. Может быть, действительно, на вас какую-то такую энергетическую или магическую сеть опускают, чтобы сковать вам. Сковать ваши действия, сковать ваши поступки, ваше сознание. Не дать вам увидеть истинную картину, не дать вам действовать. Да, Луна, конечно, настораживает, друзья мои. Так что если что-то вокруг вас действительно вот намечается, и вы чувствуете, что-то не так, вот что-то как-то не так, вот, обязательно разберитесь. Карта Император. Ну, тут, друзья мои, не исключены взаимодействия какие-то с государственными органами. Может, по оформлению документов, по получению документов. Может быть, это взаимодействие с вышестоящими какими-то органами. Может, с начальством, почему бы и нет. Так что ваше настроение по королю мечей, оно как раз может говорить о том, что да, вы готовитесь, возможно, готовитесь к разговору с очень сильным, властным человеком, от которого зависят какие-то ваши дела. И, в общем-то, выпадение императора, оно как бы подтверждает, что ну, есть такой момент, надо подготовиться, что разговор или встреча не будут простыми, или дело не будет простым. Да, может быть, какое-то давление на вас, или вам придется поднять себя, как говорится, со дна и проявить свои какие-то лидерские качества. Может, даже где-то и с такой налетом тирании, что ли. Показать свою власть, установить свои правила, установить свои законы, настоять на своем. Это может, кстати, касаться и семейных, и родственных отношений. Так что смотрите. Дама Пентакли для кого-то может проиграться финансовыми делами, финансовыми какими-то операциями в том плане, что могут быть поступления, крупные поступления, но могут быть также и крупные расходы. Ну, скорее всего, они касаются
вас лично, вот почему-то идет ощущение, либо вашей семьи. Но не исключено и что-то другое, да, за что-то придется платить. Тем более тут у нас еще кое-какие карты выпали, где надо за что-то будет рассчитаться. Может, это, знаете, какие-то крупные обязательства с банком там или еще что-то. Но дама Пентакли, она всегда показывает какие-то вещи, связанные с домом, с комфортом дома. Может быть, друзья мои, это покупки на себя, связанные со своим украшательством, скажем, со своим комфортом, связанные с домом. Ну, давайте посмотрим, что у нас с конфеткой. Так, восьмерка. Что-то выкинете, от чего-то избавитесь. Может, какие-то связи прервете, которые уже надоели, которые вас уже выворачивали, как говорится, вашу душу. Может быть, действительно, кто-то с работы уйдет, с работы, которая вам вот совсем не туда и не сюда. Может, кто-то окончательно решит куда-то переехать, что-то поменять в своей жизни. Но это будет на пользу, друзья мои, это конфетка. Или кто-то от вас наконец-то уйдет, перестанет вам досаждать, отстанет от вас. Может, для кого-то это наконец-то разрешится, какая-то проблема, какой-то вопрос. Вот такая конфетка. Ну, а что с занозой? Дама. Дама жезлов. Ну, вот видите, я вот тут сказала про воздействие магическое. Вполне возможно, действительно, что-то там кто-то химичит на вас. Может. Не для всех, друзья мои. Не надо кидаться в панику. Не для всех. Но, тем не менее, влияние какой-то дамы на ваши дела или на вас вполне могут быть. Так что присмотритесь. Постарайтесь не слишком открывать свою душу или кому-то доверять, если вы, у вас есть сомнение, что это не тот человек, кому можно доверять. Так, и совет. Совет карт Таро. Новая колода у меня, друзья мои. Называется Таро Светлого Провидца. Вот сейчас посмотрим, что же вам скажет этот провидец. Итак, совет. Шут. Интересно. Обновляйтесь, друзья мои, обнуляйтесь. Вспомните свои, может, детские мечты или мечты юности. Вспомните свои какие-то желания. Ну, может быть, друзья мои, намек на то, что пора внести какие-то обновления в отношения. Или в свою, как говорится, профессиональную деятельность, семейные какие-то отношения. Может быть, побыть ребенком, может быть, рискнуть ради вот своей мечты, ради своего желания. Побыть вот в такой нирване, доставить себе удовольствие хотя бы в чем-то. Ну, желательно, чтобы в том, что вы любите, что вы хотели уже давно. Но вот как-то время не было или не получалось. Вот такой интересный совет, мои ласточки. Ну, на этом я закругляюсь. Мне остается пожелать вам, конечно же, обязательно здоровья, удачи на этой неделе, денежек побольше, любви. Ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои стрельцы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделечку с 21 по 27 февраля. Сделаем краткий обзор главных событий. И, конечно же, обязательно спросим совета Таро на эту неделю. Итак, приступим. Ваше настроение, ваш настрой на этой неделе. Так, семерочка мечей. Интересненько. Такое ощущение, что кто-то на этой неделе будет уходить. Уходить от какого-то разговора, встречи. Может быть, отказываться от какой-то работы. Искать обходные пути для решения проблемы или какой-то задачи. Может быть, собирать информацию скрытого характера или собирать скрытно нужную вам информацию. То есть настрой не решать проблемы,
не действовать напрямую, а вот именно обходить острые углы, действовать скрытно, не напрямую. Ну что ж, давайте посмотрим, а что там с событиями. Почему у вас такой интересный настрой? Так. Девятка мечей. Какое-то беспокойство, может быть, какой-то страх, волнение, переживание. Так, о, еще лучше рыцарь мечей. И карта силы. Может, кто-то давить на вас будет на этой неделе. Продавливать свои интересы, заставлять вас что-то делать. Либо, знаете, очень события начнут разворачиваться стремительно, галопом. И вам поневоле придется искать пути решения, причем очень быстро. Менять на ходу, возможно, даже планы. Может это быть связано с какой-то срочной поездкой или с какой-то неожиданной встречей, с каким-то неожиданным разговором или с получением какой-то напряженной информации. Да, вот девятка мечей, она, конечно, может для кого-то проигрываться действительно сильными переживаниями, но для кого-то может проигрываться как мощной работой вашего ментала, своего рода мозговым штурмом, вплоть даже до головной боли, или до бессонницы. Да, что-то вас взволнует. Может быть, знаете, даже не обязательно для кого-то это какие-то сторонние обстоятельства. Возможно, вы что-то задумали, какое-то дело, какое-то действие, какие-то шаги для решения своей задачи. То есть это ваши действия. Это ваши силовые воздействия на кого-то или на что-то. Ваше упорство. Причем, заметьте, что по карте силы здесь не идет речь о каких-то силовых таких, прямых силовых процессах, а больше вот как-то, знаете, путем манипулирования. И намерения у вас тоже больше манипулятивные, чем вот напрямую, как я уже сказала, обходным путем, может, не каким-то нетрадиционным путем. Да, не исключена, конечно, срочная какая-то поездка, не исключена какая-то срочная встреча или приезд кого-то к вам. Может, конечно, может быть, для кого-то это событие, сторонние события вот ведут вас вот в такое состояние. Может быть, вполне. Тут у каждого своя ситуация. Не исключено срочное увольнение. Не исключен неожиданный разрыв отношений. Не исключено проявление в ваш адрес некой агрессии. Некого такого, знаете, ментального нападения, может, претензий каких-то, требований каких-то. И вам придется сопротивляться, вам придется бороться. Но опять же повторю, что не исключено, что не напрямую. Напряженная неделька. Судя по картам, друзья мои, напряженная неделя. Ну, давайте посмотрим, а что за конфетка. Восьмерка пентаклей. Работа, работа, работа. Концентрация на каком-то процессе. Вот такое ощущение, что как вроде вы задались целью, может что-то завершить. Может что-то сделать в срочном порядке. Да, возможно, это связано с финансами. Возможно, друзья мои. Может быть, какой-то ожидаемый, скажем так, доход, прибыль или какие-то иные поступления, какая-то сделка, она вас вот именно ввела в такое состояние, в такое напряженное состояние. Но самое интересное, друзья мои, что восьмерка пентаклей, она говорит о конце, практически о конце, все-таки это конфетка, что вы это сделаете, у вас это получится. Не знаю, что получится. Может, действительно это связано с отношениями. Может, с профессиональными какими-то вопросами. Может, с какими-то домашними делами, личными делами.
Но напряжение явно просматривается. И как итог, понимаете, как итог, результат вот этого напряжения, вот именно получение того, что вы хотите. Ну, давайте посмотрим, а что там с занозой. Зыбкость, неясность ситуации. Может быть, знаете, даже какие-то колебания, метания. Невозможность выбрать что-то или сделать выбор. И, конечно же, эмоциональность, друзья мои. Эмоциональность, которая, ну, накрывает вас и, может, даже создает какие-то иллюзии, какую-то, знаете, нереальную картину. И это будет все отвлекать. Это все будет мешать. Может быть, даже это и не ваше состояние, может, какие-то события, какие-то люди будут действовать на вас. Ну, своими поступками вполне возможно, своими эмоциями. Интересная неделька, очень. Уж не знаю, что там такое будет происходить. Ну, опять же, друзья мои, во-первых, у кого все хорошо, не накручивайте себя. Вас много, у каждого своя, как говорится, история, своя картина. И не обязательно, что вот именно все вот это у вас может быть. Ну, будут, может, какие-то напряженные моменты, связанные с каким-то одним вопросом. И всего лишь. Может, для кого-то это проиграется действительно бессонницей. Может, для кого-то авралом на работе. Вот та же девятка мечей. Да, может быть, рыцарь для кого-то проиграется каким-то таким, знаете, напряженным разговором с кем-то. Как я уже сказала, какими-то претензиями, требованиями. Или срочной поездкой. Поэтому не накручивайте себя. Ладно, давайте посмотрим, что вам посоветует моя новая колода Таро. Называется «Таро светлого провидца». Что же вам провидец скажет? Интересно. Король жезлов, друзья мои. Ну, если это ваш образ, то совет сохранять спокойствие, не терять направление, действовать уверенно, решительно. А для кого-то это намек на то, что, может быть, посоветоваться с кем-то, или попросить помощи, или покровительства при серьезных, как говорится, каких-то проблемах, если это вам нужно. Ну, либо обратить внимание рядом с вами вот на какого-то персонажа. Но персонаж мощный, статусный, имеет власть, не исключено, имеет рычаги воздействия, в том числе и на ваши дела. Так что присмотритесь. По крайней мере, знаете, если этот персонаж ведет какую-то игру, ваша задача расшифровать эту игру и повернуть ее в свою пользу. Ну, вообще, конечно, присмотритесь к этой карте, к рисунку. Бывает так, что карта напрямую говорит своим рисунком. Возможно, изображенный человек напомнит вам какого-то человека. Ну, не обязательно, как говорится, 100%, но может какие-то его черты и еще что-то напомнит вам. Даже та же одежда. Бывает, друзья мои, такое. Ну что ж, а я на этом закругляюсь. Мне остается вам пожелать, конечно же, обязательно здоровья, удачи, любви, ну а самое главное, будьте счастливы и до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои козероги, с вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделечку с 21 по 27 февраля. Давайте посмотрим, что нам покажет краткий обзор главных событий этой недели. Итак, ваше настроение. Семерочка чаш. Нестабильность какая-то. Невидение, скажем так, четкости, точнее реальности происходящего. Да. Может, вы как раз и хотите разобраться с этим, перестать фантазировать, разогнать эти иллюзии.
определиться окончательно, может даже сделать выбор между какими-то многими предложениями, между какими-то многими вариантами. Ну, вообще, конечно, эмоциональность. В первую очередь, друзья мои, эмоциональность, колебания. Может быть, даже, знаете, нет никакого четкого плана действий. Ну, давайте посмотрим, что там у нас с событиями может более проясниться, более конкретно. Так, двойка чаш, карта суд и дьявол. Нынче что-то часто дьявол стал выпадать. Уж не знаю, с чем это связано. Наверное, что-то там в воздухе, в атмосфере напряженно. Итак, друзья мои, двойка чаш, да, не исключено, что связаны события будут с какими-то отношениями, причем с очень близкими отношениями, может, дружеского характера, родственными отношениями, любовными отношениями. Вот. Но в данном случае, конечно, это плюс. Почему? Потому что все-таки двойка чаш, она несет положительные вибрации. Мы здесь рассматриваем каждую карту как отдельное событие. Не будем привязывать к остальным, поэтому, учитывая вот это обстоятельство, как раз двойка чаш говорит либо о знакомстве с приятным человеком, либо о каком-то партнерстве, союзе, может быть, о помощи со стороны кого-то, о поддержке. Да, любовная тематика тоже может присутствовать, очень даже. Тут, знаете, даже... Если это знакомство, да, какая-то встреча, то в данном случае речь идет о таких чувственных вибрациях. Как дальше будет складываться, тут пока сложно что-то прогнозировать, потому что это первые такие проявления в отношениях, первые капельки, первые эмоции. Первые волны, если можно так выразиться. Но, тем не менее, друзья мои, будут, видимо, какие-то встречи приятные, разговоры, тет-на-тет, посиделочки и так далее. Может, романтические какие-то встречи. Может, с кем-то из родственников. Может, с кем-то из детей. Вот карта суд, да еще тут у нас и дьявол, тут уже более что-то серьезное намечается. Может, поэтому у вас вот такое настроение или настрой не очень уверенный, скажем так, потому что тот же карта дьявол, она уже говорит о каких-то нестандартных ситуациях. Это может быть и повышенный уровень ваших желаний на уровне, скажем так, страсти, на уровне, ну, если можно так выразиться, неконтролируемых желаний, да, когда сносит крышу, и только видишь вот этот впереди, ну, можно, грубо выражаясь, какую-то некую морковку, да, это может быть действительно какое-то сексуальное притяжение, это может быть сильнейший флирт, это может быть какая-то замануха или предложение по работе, по бизнесу, какая-то крупная сделка, может быть, желание действительно больших денег, несмотря на риск, то есть вот именно осознанное желание даже пойти на риск, но только чтобы получить то, что вы хотите. Это может говорить, друзья мои, конечно же, и о зависимостях, разного рода зависимостях. Уж не знаю, либо вы кого-то будете в эту зависимость заманивать, либо вас какими-то такими плюшечками, предложениями, в том числе, друзья мои, любовного характера. Карта суд, да, она, конечно, намекает на какие-то изменения, причем мощные изменения. Поэтому я не исключаю, что как раз дьявол у кого-то проиграется разрывом отношений, разрывом привязок. В том числе и рабочих привязок. Поэтому идет картина обновлений по карте суд. Перемен, каких-то перемен. Либо в отношениях перемен, либо перемен в вашей какой-то личности, в вашем внутреннем состоянии. Не исключается, что неделя будет полна каких-то судебных дел, юридических каких-то сделок.
Не исключено, друзья мои. Каких-то разбирательств, возможно. Либо, друзья мои, вскрытие новых обстоятельств, вскрытие появления новой информации, новых документов, новых ситуаций, с которыми надо будет разбираться. И они могут, вот именно они могут и привнести новизну, или принести как раз вот эти изменения. Ну, давайте посмотрим, что там с конфетками. Ага, тройка пентаклей. Ну, опять речь идет о партнерстве. В общем-то, мы уже тут это озвучили. Но также, друзья мои, да, причем в выгодном партнерстве, о какой-то выгодной сделке или о новой работе, или об изменениях на вашей работе, где вы сейчас работаете. Либо обстоятельства, касающиеся личных каких-то дел, домашних, хозяйских. Но тут же могут, знаете, конфеткой быть и получение новых навыков, новых знаний, нового союза, нового партнерства, нового дела, нового проекта. Но самое главное, что это конфетка. Может быть, друзья мои, может быть, что вот как раз появление дьявола и показывает, что желание ваше в чем-то, сильные желания, мощные желания, они как раз и могут привести вот к таким последствиям, приятным плюшечкам. Да даже разрыв каких-то отношений, то же самое, друзья мои, может привести к новым контактам, к новому партнерству, к появлению новых людей в вашем окружении, более полезных, более приятных, скажем так, результативных. Ну, давайте посмотрим, а что у нас там с занозой. Эмоциональность. Да, мои хорошие, эмоциональность. Ну, в принципе, мы тут уже видели по вашему настроению, что тоже волны колебаний будут вас пронизывать. Поэтому не будет какого-то четкого плана, не будет какого-то четкого намерения. Да, могут мешать эмоции. Может, за счет каких-то новостей, может быть, за счет желания что-то изменить. То есть, да. Желание присутствует иногда, но это бывает выводит, выбивает из колеи, потому что идет напряжение, когда тебя накрывает вот эта волна. Да, эмоциональный всплеск, который выводит вас из строя, мешает думать рационально, видеть реальную картину. Ну, возможно, для кого-то, конечно, туз чаш проиграться как... Ну, понимание, что нет взаимной любви. Или как раз трудность будет связана с отсутствием этой взаимной любви. Может, с каким-то проигрышем вполне возможно, друзья мои. С тем, что что-то не получится, что-то или не так пойдет. Ну, в общем-то, при таких картах может такая ситуация сложиться. Это даже на уровне таких ощущений, что вот... Какая жалость, ничего не получается. Может, даже, знаете, такое чувствование себя несчастным, невезучим. Такое тоже может присутствовать. И это будет мешать. Это именно будет той занозой, которая вас будет отвлекать от дел. Ну, давайте спросим совет карт Таро на эту неделю. О, тут у меня уже выскочило. Десятка чаш. Ну, друзья мои, хорошая карта. Ой, простите, не десятка чаш. Это солнце. Солнце, друзья мои. Смотрите более оптимистично на свою жизнь. Радуйтесь тому, что есть. Радуйтесь каким-то своим творческим выплеском. Радуйтесь людям, которые рядом с вами, которые вы любите, которых уважаете, которые вам... привносят какую-то радость в жизнь. Давайте теперь еще совет. Угу. Тройка пентаклей. Ну, повтор, друзья мои, идет у нас тут. Троечка пентаклей в конфетке. И троечка пентаклей выпала в роли совета. Вчера только купила эту колоду. Пришла по почте. Вот решила ее сразу же запустить в дело. Вас порадовать новизной. Ну, что еще можно добавить советом?
Опять же идет намек, друзья мои, повышайте свои профессиональные качества, повышайте, улучшайте свои навыки, учитесь, взаимодействуйте с другими людьми для реализации своих каких-то планов, для реализации каких-то своих желаний. Создавайте какие-то новые группы, новые сообщества. И будет вам счастье, да, друзья мои? Солнце, и будет вам счастье. Вот как-то так, мои хорошие. Ну что ж, на этом я закругляюсь. Мне остается пожелать вам только здоровья, денежек побольше, удачи, творческих успехов, любви, конечно, обязательно. Ну и самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои водолеи. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделечку с 21 по 27 февраля. Сделаем краткий обзор главных событий. Спросим совет у Таро. Ну и, конечно же, узнаем, какая конфетка вас ожидает. Итак, приступим. Каким будет ваше настроение, каким будет ваш настрой в этот период? Карта «Мир». Ну, для кого-то, друзья мои, это внести некие перемены в свою жизнь, перейти на новый уровень, может быть, отношений, может быть, профессиональной деятельности или в каких-то других делах. У кого-то настрой завязать связи с далекими родственниками или друзьями, подругами, какие-то завязать деловые контакты, вполне возможно, что и с людьми из других стран. У кого-то настрой подумать или продолжить работу по переезду, по изменению места жительства. Вот. Ну а для кого-то, друзья мои, приступить к примирению, да, если, конечно, есть какая-то ссора, есть какие-то недомолвки, то стабилизировать эту ситуацию, устранить напряженность, устранить недопонимание. Вот как-то так, мои хорошие. Что ж, как говорится, чтобы мир был и в душе, и мир был в вашем доме. Ладно, что с событиями, давайте смотреть. Так, десятка жезлов. Колесо фортуны и туз чаш. Ну вот смотрите, десяточка жезлов, конечно, уже намекает, что неделя может быть связана с некими обязательствами, причем не с одним обязательством, а со многими обязательствами. Да, может, для кого-то это аврал на работе, для кого-то это аврал дома, в своем доме, в своей квартире. У кого-то это аврал с выяснениями отношений. Ну, самое главное, друзья мои, что в данном случае идет как бы добровольное взятие на себя этих обязательств. Ну, либо необходимое. Необходимое, чтобы порешать все вопросы и расслабиться. Закончить какую-то работу, может быть, чтобы приступить к новой работе, к новому проекту, закончить какие-то отношения, чтобы приступить, может быть, к новым отношениям, чтобы перейти на тот новый этап, который у вас в ваших намерениях, может быть, в ваших планах, может, в ваших целях. Далее у нас выпало колесо фортуны. Ну, здесь, как говорится, кому что. Для кого-то это удача, действительно фортуна, счастливый случай. Для кого-то это продолжение остановившегося процесса. Для кого-то это поворот в какой-то ситуации. И, скорее всего, счастливый поворот, друзья мои. Изменения, которые, может, даже предначертаны свыше. То есть пришло время. Пришло время прийти вот этим изменениям в вашу жизнь или в какие-то обстоятельства, в какие-то ситуации. Также есть вероятность того, что для кого-то колесо фортуны может проиграться как взятие в свои руки руля.
и начать управлять процессом, управлять событиями, управлять обстоятельствами, поворачивать именно на тот путь, который вам нужен, на ту дорожку, в которую вас манит или куда надо именно поехать или пойти. А туз чаш, друзья мои, это новости. Это новости, которые для вас очень эмоциональны, которые поднимают действительно бурю, цунами, возможно, в вашей душе. Ну, а для кого-то, друзья мои, это может проиграться как какие-то очень приятные водные процедуры, чистка, в том числе энергетическая, магическая чистка, чистка своей территории, генеральная уборка дома, допустим, чистка на работе, приведение в порядок, то есть убирание завалов, убирание каких-то мешающих предметов. Да даже, знаете, просто вот действительно уборка своего стола, допустим, на работе, да, приведение в порядок документов. То есть расчищение пространства. Ну, для кого-то, друзья мои, это объяснение в любви, это романтическое свидание, которое, ну, сносит крышу. Это любовь с первого взгляда. Это встреча или разговор, которые приводят в сильнейший трепет вашу душу, ваше сердце. Так что, мои хорошие, да, вполне возможно, что вот этот поворот как раз и приведет вас к таким эмоциям, к таким ощущениям. То есть, да, выполните какую-то работу, порешаете какие-то обязательства, и события начнут менять ситуацию в лучшую сторону. И, как говорится, результат – это подарок, это приятные новости, это зашкаливающая радость. Вот как-то так мне видится, друзья мои. Может быть, это для кого-то и творческий прорыв, причем вот по максимуму. В любом деле творчество может быть и дома, и на работе, и, в общем-то, тут что в голову придет, у кого на что способности. Так, какая конфетка вас ожидает? Угу. Ну вот восьмерочка час еще раз подтверждает, что для вас вот это расчищение пространства, расчищение своей территории, может быть, даже вашего окружения, оно как раз явится для вас конфеткой, потому что мы здесь видим явные изменения в виде конфетки. Это может быть решение действительно проблемы, уход от какой-то проблемы, уход от каких-то неприятных, может, моментов. Это может быть и расставание с кем-то, да, это может быть разрешение вопроса по переезду, по смене места жительства, тоже, друзья мои, может быть. Это может быть какие-то внутренние личностные изменения, которые, снятие блоков, может быть, снятие комплексов, с которыми давно-давно боролись, но не получалось, а тут вдруг вот, пожалуйста, принимайте конфетку. Все получилось, и именно так, как вам хотелось. Счастливый случай. Пришло время изменений. Так, что у нас за нозами? Ну да, семерочка чаш, конечно, это колебания. Да, это может быть какая-то неясность в каких-то вопросах. Может даже нежелание с чем-то сталкиваться, что-то решать, во что-то вклиниваться. А может быть... неверное видение каких-то обстоятельств. Да, все это будет отвлекать. Вот на уровне того, что вот что-то делаю не так. Надо с этим разобраться. И вот это, конечно, будет, ну, раздражать, вызывать эмоции и, естественно, отвлекать от ваших дел. Так, теперь самое главное, друзья мои, что нам скажет Таро Светлого Провидца, моя новая колода. Вот сейчас мы у этого провидца и спросим совет на эту неделю. Буквально вчера пришла мне эта колода, и я сразу же решила вас познакомить с нею. Итак, совет провидца. Так, друзья мои, очень интересный совет. Дама мечей. Будьте решительны,
Поменьше эмоций, поменьше трезвого такого размышления, аналитического размышления, логических поступков. Да, может быть, где-то отпора, защиты своих интересов, своих прав, отстаивания своих интересов. Ну и еще, может быть, друзья мои, в вашем окружении какая-то появится дама, может, с критикой, с наездами, с какими-то претензиями. Вот. Не отмахивайтесь, давайте отпор. Не идите на поводу у этой женщины. Для кого-то, друзья мои, это совет проконсультироваться. Проконсультироваться со знающим человеком, особенно если это связано с юридической стороной вопроса. Не уверены, значит, надо обязательно консультироваться, возможно, даже не в одном месте, в нескольких, у нескольких специалистов. Вот как-то так, мои хорошие. Ну что ж, на этом я закругляюсь. Мне остается пожелать вам, конечно же, обязательно здоровиться, денежек побольше, любви, конечно же, тоже обязательно, мира вашей душе и в вашем доме. Ну а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои рыбоньки, золотые мои рыбоньки. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделечку с 21 по 27 февраля. Давайте посмотрим, что же вас ожидает интересненького, приятненького. Ну и, конечно же, обязательно спросим совета. Совета у Таро, у новой моей колоды, называемой Таро Светлого Провидца. Так что колода новая и вполне возможно какие-то эксклюзивные советы. Итак, приступим. Ваше настроение, ваш настрой на эту неделю. О, Верховная Жрица. Интересно. Ну, для кого-то, возможно, это погружение в мир Таро, в мир магии, в мир каких-то глубоких-глубоких тайных знаний. Для кого-то это желание сходить к специалисту, погадать, ну, к тарологу или другого вида гадания. Для кого-то это, друзья мои, узнать какую-то информацию, скрытную информацию, узнать чью-то тайну или наоборот, скрыть что-то от других, скрыть свою тайну. Ну что ж, давайте посмотрим, что за события. Так, король пентаклей, паж жезлов и император. Ну что сказать, идет ощущение, что эта неделя будет, возможно, связана с какими-то вопросами, касающимися детей, да, каких-то семейных дел, причем, возможно, связанных, может, с браком или с оформлением каких-то документов, касающихся вот именно семейных дел. Вот, возможно, также поход в государственные какие-то органы, ну, либо за разрешением, либо какие-то оформлять документы, и то, и другое вполне может иметь место. Может быть, знаете, какую-то сделку завершить или оформить какую-то сделку. Также, друзья мои, это может быть и взаимодействие с вашим начальником, да, или какими-то другими властными структурами, от которых зависят ваши дела. Может, это, конечно, и ваш партнер ближайший, и который имеет некую власть или некое влияние на ваши дела, а может, даже и на вас, что приходится подчиняться законам, устоям, правилам, которые будет диктовать этот товарищ. Но не исключено, мои хорошие, что это ваш образ, да. Ваши лидерские качества могут проснуться на этой неделе. Вам захочется править, управлять ситуациями, управлять людьми, устанавливать свои какие-то правила, свои устои, настаивать на своем. Может быть, и взять какие-то дополнительные обязательства, дополнительную ответственность на себя, причем мощную ответственность на себя. Также, мои хорошие, вопрос может касаться
на этой неделе каких-то финансовых операций. Я бы даже сказала, стабилизации финансового состояния. Потому что все-таки у нас тут король Пентаклей, фигура статусная, фигура мощная. Она может для кого-то проиграться как действительно серьезной крупной сделкой. Для кого-то может проиграться как повышение вашего статуса. И знаете, не просто вот стабилизация финансового положения, а может быть даже открытием новых источников, более мощных, крупных источников. Не исключено, что в виде поступлений от вашего партнера ближайшего, или вашей партнерши, или членов семьи. Это может быть и общий бизнес. Это может быть и доходы от продажи, крупных продаж. Так что готовьте кошельки. Как для пополнения их, так и для расходной части, конечно. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут. Кстати, вот новости еще. Пас жезлов. Да, говорит о каких-то новостях, о какой-то очень важной тоже информации, движущей информации. Не исключено, что появится у кого-то желание заняться каким-то новым проектом, каким-то новым делом, что-то такое замутить, совершить, может что-то сделать, может куда-то поехать, может придумать какую-то новую интересную идею. Ну, вообще, это, конечно, какой-то прорыв энергетики. Это желание, когда вот на уровне желания ребенка. Вот хочу и все. Я знаю, что у меня получится, поэтому я ничего слышать не буду. Я только вперед, вперед, вперед. Вот даже до такого вплоть желания. Ну, либо, друзья мои, это порыв вашего ребенка. Неважно, взрослый это ребенок или не совсем взрослый, но, тем не менее, каким-то образом он будет влиять на вас или на ваши дела. Так, конфетка какая вас ожидает? Ага, туз мечей. Кстати, вот по поводу тайны, то, что я сказала, намерение, да? Появление императора вот почему-то дает ощущение, что это будет касаться действительно очень серьезных вещей. Я не знаю, каких, связанные там с недвижимостью, с семьей или с каким-то крупной сделкой или с каким-то приобретением. Но вот почему-то идет, что вот отсюда будет идти. Вот это познание. Отсюда эта информация выйдет. Ну, не знаю, может, я ошибаюсь, но вот именно такие ощущения идут. Что касается конфетки, милые мои, вот вам новое дело, вот вам новое направление, новый путь. Новые отношения. Также, друзья мои, выяснение этих отношений. Когда вы расставляете все точки над «и», обрубаете, может быть, связи, обрубаете какие-то контакты, обрубаете какой-то, отказываетесь, причем напрочь отказываетесь от какого-то дела, от какой-то работы, услуги. Да, туз мечей категоричность всегда показывает. Логичность, практичность. Когда все проанализировано, когда все продумано, и здесь нет ни одной эмоциональной какой-то ниточки. Все жестко, все холодно. Решил, постановил, сделал. Все. Точка. Вот, как говорится, выбирайте из всех этих конфеток какую-то вашу. Так, хорошо. Что за заноза? Восьмерочка мечей. Ну да, тут есть элемент занозы, это ограничения, мои хорошие. Может быть, ограничение вашего внутреннего порядка, то есть ваши комплексы, какие-то блоки, неуверенность вот, в себе. Может, ограничение и со стороны, от каких-то обстоятельств, ситуаций, что вот, ну, не дают двигаться вперед, надо переждать, надо остановиться, может быть, подумать еще раз, проанализировать. Подождать, как дальше будут события развиваться. Вот такая заноза у вас, мои хорошие. Так, а теперь что у нас с советом светлого провидца? Что же нам провидец скажет, интересно? Итак. Луна, мои хорошие. Луна. Тут опять идет тень на плетень. То есть, смотрите, здесь был настрой
возможно, познать что-то тайное, открыть что-то тайное или, наоборот, спрятать. Луна тоже говорит о некой неясности. Может быть, совет, чтобы вы завуалировали какие-то события или какие-то обстоятельства, не высказывали их. Навели, как говорится, тень на плетень, чтобы никто ничего не понял. Вот, чтобы никто ничего не узнал. Может быть, ушли в тень, ушли на дно. Но это как один совет. Тут смотрите все по обстоятельствам. Ну, для кого-то, друзья мои, наоборот, если вы чувствуете, если вам интуиция говорит, вот что-то вроде как происходит, надо с этим разобраться. Начинайте, значит, разбираться. Но обязательно рассейте этот мрак, рассейте эту темноту, чтобы стало все ясно и все видно. Вот такие пирожки на этой неделе. Ну что ж, на этом я закругляюсь, мои хорошие. Мне остается пожелать вам, конечно же, обязательно здоровья, побольше денег, мира в доме вашем, вашей душе, любви. А самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме.